Вводные процедуры для общественного транспорта Самары проводят члены личного состава предприятия. Кондуктора, водители, слесари. Алексей Агишев последние 3 года трудится слесарем-механиком, а до этого 33 года работал водителем автобуса. Сегодня он бережно обрабатывает дезинфицирующим раствором подвижной состав. Начинает с водительской кабины. Особое внимание уделяет контактным поверхностям. Мне механик дал задание обработать автобусы. Сейчас автобус обработаем и пойду опять заниматься своим делом. У меня всю жизнь в транспорте. Это каждому свое, мне кажется. Для меня вот техника. В автопарке транспортного предприятия больше 400 автобусов и порядка 1000 сотрудников. После субботника всех, кто принимал в нем участие, пригласили в столовую угоститься блинами. Весеннее настроение, и масленица, и вообще... Весна скоро. Да, да. Приближение весны все-таки нас это немножко радует. Весь личный состав, кто не задействован сегодня в выходе в смену, занят своими... прямыми должностными обязанностями, мойщики и бригада мобильная, они работают, отмывают, очищают, санитарная обработка идет каждого состава. Следующий субботник здесь планируют провести перед майскими праздниками. Тогда сотрудники транспортной компании будут заниматься уборкой территории, сажать цветы и проводить влажную уборку подвижного состава. Ольга Павлова, Мария Левина, Константин Головин. События.